спасибо, что пришли к нам сегодня. И так долго ждали начала этого концерта. Едем дальше. Thank you.
Но не вечно же веселиться. Можем и подумать немножко, и погрести. Peace of mind, I hear nobody could deserve.
спасибо! Большое спасибо! Песня про вранье. Ребят, можно я сейчас скажу два слова? Для Сергея Михайловна с 10-го стола. Ребят, сегодня Сережа Михайловна день рождения. Это мой друг. Участник проекта «Голос номер 3». И он сегодня пришел праздновать сегодня день рождения в конце. Серега! Special for you. Thank you.
Thank you.
Спасибо, ребят. Сейчас смертельный номер. Вот, я думаю, что может быть и лучше пока. Thank you.
Спасибо. Thank you.
Ребят, сейчас прозвучит одно произведение. Его написал Слава Ишвили. И предыдущее тоже написал Слава Ишвили. Но речь не о предыдущем. Это очень особенная вещь. Бывают разные в жизни ситуации, бывает, когда очень плохо и тяжело. И вот в один из таких моментов мой друг Слава написал эту пьесу и посвятил ее моему сыну, который тогда в этом очень нуждался. И мы сейчас ее исполним для вас. Thank you.
Контрабас-пикла. Thank you.
Tell me I love you, and if all my eyes, you change.
Спасибо большое, дорогие друзья. Александр Пахмутин. Стихи Николая Домодедова. Про нежность. Спасибо, дорогие друзья. По-моему, пришла...
Ребят, спасибо большое, что вы пришли. Come to me, I know I have the need.
Спасибо большое. Raw Fun. Наша группа называется Raw Fun. Песни то, что так согревают порой.
Ребят, большое спасибо, огромное спасибо. Сегодня вторник, я знаю, рабочий день завтра, все пришли. И я забыл, огромное спасибо Матвей Булатов, наш звукорежиссер. Мотя, поклон тебе. Еще раз спасибо. Пока.